За что были задержаны? Задержан был за то, что выехал на тротуар, где ходят пешеходы. Что вы сделали? Что вы совершили? Я просто выехал на тротуар, где вообще был тротуар. Так, что произошло дальше? Дальше произошло, что просто как бы произошло, что, как вам сказать, я не понимаю. Кто наверное, находился на тротуаре? На тротуаре, в принципе, никого сразу не было. Потом просто человек какой-то переходил, я открыл глаза, и девушка сказала тормозить. Все. То есть вы совершили наезд на пешехода? Я совершил минимальный наезд на пешехода. Что вы сегодня употребляли? Сегодня ничего, вчера пил водку. Вчера водку пил? Сегодня ничего. А в каком объеме? Объем вчера был или 0,3, или 0,4. Водки или? Водки, 0,3, 0,4. Сегодня вы спиртное не пили? Сегодня ничего. А почему такие большие цифры? Это я не знаю. У меня просто слабый организм. Я с собой даже вожу корвалол, потому что у меня проблема с сердцем, поэтому как бы я не пьющий такой человек, что вы... Содеянным раскаиваетесь? Конечно, раскаиваюсь.